как часто бывает, не как всегда, но как, в общем, большая часть премьер именно здесь, в Адыгейском госуниверситете. То есть те темы, которые я никогда еще не рассказывал. Ну, сегодня будет первая тема такая, потом будет уже более стандартная. Здесь они апробируются и дальше уже масштабируются, да, по всей стране. Конечно, именно так, именно так. Да. Именно так и происходит. Так, тут какой-то сейчас я размотаю нормально. Все понятно. Друзья, вы чувствуете энергетику? Я тут вот стою и прямо вот вибрирую. Чувствуете, да? На самом деле, многие уже знают Алексея Владимировича. Но здесь присутствуют и первокурсники, их немало. А поднимите руку, кто первокурсники? Да. О, видите, тогда надо представить, полностью. Да. Наверняка кто-то и дистанционно слушал лекции Алексея Владимировича, но тем не менее. Друзья, про Кавказский математический центр мы вам рассказывали 1 сентября. Мы говорили, что в рамках этого центра у нас проходит очень много мероприятий. Это прежде всего научно-популярные лекции, мини-курсы, различные школы, смены. Вот. Так вот, мы в начале сентября запускаем серию научно-популярных лекций. 1 сентября вы прослушали лекции Гаврила Николаевича Андреева. Сегодня, как уже Алексей Владимирович уже поделился, да, секретом, все-таки здесь с вами первая своя лекция, ну, первая имеется в виду, эту лекцию кроме вас никто еще не слушал, он не записывал ранее эту лекцию, специально для вас просто подготовил. Никогда вообще не было нигде, даже не в записанном, ни в каком даже виде. Нигде не вообще было, да, это уникальная лекция, да, тогда. Первые там полчаса будут уникальными, потом будут уже к обычным сюжетам, но первые полчаса нигде никогда не существовали в моем исполнении. Они есть в чужих исполнениях. А, в чужих исполнениях. Да, ну, это же разные вещи. Поэтому, друзья, вам повезло. Хочется сказать, что у всех как бы отношение к математике разное. Многие видят в них только какие-то формулы, да, и связи с жизнью, с наукой, с природой. Некоторые не видят. Но на самом деле Алексей Владимирович сегодня постарается раскрыть, вот показать вам именно ту красоту, которое, возможно, не всем удалось увидеть в математике. И я думаю, после этой лекции обязательно у многих отношение к математике поменяется в лучшую сторону. Все-таки я говорю, там Алексей Владимирович Савватеев несколько раз его представлял. Давайте его регалии. Это профессор Адыгейского государственного университета, доктор физмат-наук, кандидат экономических наук, член-корреспондент Российской академии наук и заместитель руководителя Кавказского математического центра. Алексей, дорогой, все передаю слово. Спасибо огромное, Дамир, дорогой. Спасибо. Друзья, всем привет. Действительно, 1 сентября я перед вами выступать никак не мог, потому что 1 сентября отправлял в школу и в вуз, и в детский сад детей. Старший второй курс физтеха. Следующая в СПО, она художница, Галя. Рисует, она вот сейчас пошла в колледж художественный. Потом двое детей в 444-ю, и самая мелкая пошла в детский сад. Вот. Но о чем говорил Коля Андреев здесь? А? Про что он говорил? О чем была лекция, Коля? Про музыку, что ли? Про музыку и математику, да? Угу. Понятно. Ну как? Интересно было? Вы знаете, да, ну он, конечно, рассказал, да, что у него целая книга есть там. Вот. Ну а мы с вами поговорим про сюжет, который возник буквально, можно сказать, как молния возник вот у меня в голове, когда я в июне этого года, мы были на школе в Берендеевых Полянах Костромской области, город Судиславль. Там ежегодно В середине июня на 2 недели проводится школа для самых маленьких школьников, ну, с 1 по 8 класс, на самом деле, они. Но вот там это более-менее единственная, действительно, по-настоящему крутая школа для самых малышей. То есть там вот те преподаватели, которые умеют работать с малышами. Ну, и я своих там всегда отправлял, и Мишу, когда он был маленький, и вот сейчас следующих. То есть мы туда приехали вместе, большой, значит, командой, с женой, с детьми. И вот в какой-то момент я отпустил жену на лекцию по биологии. Чтобы не все я там по лекциям ходил, а она с детьми. Но иногда и наоборот. И вот я только зашел на минутку на эту лекцию, на 1 минуту я зашел вместе с Надей, 2-летней, которой вот сейчас 3 года исполнилось, я зашел на лекцию. 1 минуту хватило, дальше Надя начала уже срывать эту лекцию, поэтому пришлось ее увести. Но 1 минуты хватило. Там была такая задача. Там было рассказано, что яблони, вот они плодоносят не каждый год, но это мы знаем, да? Яблони плодоносят, ну, нормальные человеческие яблони, они плодоносят, по-моему, ровно раз в 2 года, да? Ну, конечно, обычные яблони – это лишь повод придумать задачу, да? Поэтому тут же родилась задача такая. Мы ушли с лекции, я потом поймал преподавателя вот этого, которая, значит, женщина, которая вела биологию, и говорю, вы знаете, что за минуту, пока я у вас был на лекции, я придумал задачу по математике. Да что вы, говорит, как? Вот смотрите, есть яблони разных, вот с разной плодоносностью, что ли, как бы это назвать. То есть есть те, которые плодоносят раз в 2 года, есть там те, которые раз в 3 года, там, есть те, которые раз в 4 года, ну, есть те, которые раз в 100 лет, например. Понятно, что в теории только, на практике уже таких яблонь быть не может. Но вот у вас есть много видов яблонь, и задача – рассадить их по годам, так, чтобы ежегодно был урожай. Понятно, да, задача какая? То есть вот у вас коробка, там написано яблони, плодоносит раз в 2 года, да? Их там, допустим, 1. Но если их 2, то это уже неинтересно. Потому что если их 2, да, то получается очевидный ответ. Какой первый очевидный ответ? Ну, будем считать, что нет яблонь, которые плодоносят каждый год, иначе ответ прям совсем тривиальный. Сажаешь 1 яблоню, и она плодоносит каждый год. Допустим, вот у нас есть... Вот так, тут уже надо включать этот самый экранчик, да, чтобы на нем писать. Что для этого надо сделать? Что-то включить. В общем, если у вас есть 2 обычные яблони, то понятно, вы в этот год сажаете 1 и в следующий другую, и все. У вас 1 дает почетным годам урожай, другая по нечетным годам, и вы всегда потребляете. Но представьте себе, что у вас есть некоторый набор яблонь, да? Вы его не контролируете, вам его привезли. И про каждую яблоню известно, раз в сколько лет она плодоносит. Можно ли этот набор раскидать таким образом, да? Таким вот рассадить по годам, чтобы в каждый год был урожай? Вот получилась такая математическая задача. Как ее сформулировать на математическом языке? Кто мне подскажет? Ну-ка. Кто подскажет формулировку? Она подсказывается... Да, кстати, довольно интересно, что эту лекцию впервые я рассказываю этот материал где? В Яблоневой долине, да, это же МАЙКОП, да. То есть прям вот ровно то место, где надо премьеру этой лекции и проводить. Ну что, кто скажет, как математически ее сформулировать? Кто готов сформулировать? Помните, что в названии было? Долина, Яблоневая долина и что? Арифметические прогрессии. Значит, как это сформулировать в термине прогрессий? Готов сказать? Давайте нарисуем прямую. Вот. Так, сейчас. Чем-то не тем-то рисую, да? Так. Ага. Вот это, да? Так, ну вот нарисуем прямую, да? Ну и года, вот здесь изображены года. Ну давайте почаще, иначе мало влезет. Каждый год. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Вот у меня есть года. Вот. И вот я сажаю яблоньку, сажаю цвета. Вот здесь, да, цвета. А, они уже, все, вот они. Вот я посадил яблоньку обычную, она плодоносит раз в 2 года, да? Вот. Так, обычная яблоня, давайте вот эту вот точку будем считать началом отсчета, такой, сдвинем, да, года, начнем вот отсюда нумеровать и дальше будем нумеровать и так далее. Вот. И вот мы посадили яблоньку, она нам плодоносит 2 года. Если есть еще одна яблоня, которая плодоносит раз в 2 года, то задача решена. Я ее сажаю через год, и полностью все закрывается. И пишу, что вот так напишу. Знаете такой значок? Что это такое? Целые числа, да? Можно было бы и с натуральными работать, разницы бы никакой не было на самом деле, что назад, что вперед, не имеет значения. Если впереди вы все накрыли, то те же, значит, прогрессии назад все накроют. И я представил, как объединение четных, это прогрессия такая, да, с шагом 2, арифметическая прогрессия. Так? И кто знает такой значок? Что это значит? Это объединение при пустом пересечении. То есть несвязанное объединение. Такой есть термин в математике. Несвязанное объединение. Когда я так пишу, это означает, что множество, которое я здесь помещу, друг с другом не пересекаются. Вот это множество четных чисел, это множество нечетных чисел. В принципе, должно быть вот это такое обозначение должно быть понятным. Да? 2z, значит, удвоенные числа, то есть четные. А 2z плюс 1, значит, удвоенные, и к ним и низ прибавлены, то есть нечетные. Ну и получается, что в объединение вот такое входят целые числа. То есть если я рассажу вторую яблоню, плодоносящую каждый 2-й год, то все будет решено. Но это, понятно, все тривиально. Допустим, у меня нет такой второй яблони. А есть у меня яблоня, которая плодоносит раз в 3 года. Тогда понятно, что все я не закрою, да? О, давайте я, допустим, взял и яблоню, которая раз в 3 года я посадил, тогда вот будет закрываться, да? Я могу ее со сдвигом, в принципе, посадить. Ну, если я посадил ее со сдвигом на 2, то это то же самое, что сюда, просто красные сдвигаются, да, чуть-чуть. Вот. А если вот со сдвигом на 1, значит, вот это будет закрыто, а это открыто. По сути, структура того, что в результате произойдет, она не зависит от того, в какой год я посадил вот эту яблоню, плодоносящую раз в 3 года. Все равно произойдет ситуация, что половина из оставшихся годов я получу урожай. Половина из оставшихся останутся без урожая. Ну и фактически это будет означать, даже нет, не половину, я всего лишь 1/3 оставшихся годов я закрыл урожаем. То есть вот это, у меня закрыт урожаем, потом, значит, вот эти 2, они не закрыты урожаем, да? Вот. Этот закрыт урожаем, эти 2 не закрыты урожаем. То есть половину годов вот эта прогрессия заново закрыла урожаем, а из оставшихся всего лишь 1/3 закрыта. Ну и остается у меня вот такие числа вида 6К плюс-минус 1, которые распадаются в объединение 2 прогрессий, а именно, значит, 6Z плюс 1 и несвязанное объединение с 6Z минус 1. Вот. Правда, само множество z и у меня уже не будет с вот таким значком. Я напишу вот так, с 3z, и значок будет не квадратный, а круглый, потому что множество четных чисел пересекается с множеством чисел, которые делятся на 3. Пересечение составляют числа, продолжайте, какие? Которые делятся на 6. Совершенно верно. Ну и вот дальше мне нужно достроить еще... Ой, тут опять какая-то активность началась. Что с ней сделать? Так. О, убралась. Вот. И тут еще нужно наставить какие-то прогрессии, потому что, как мы видим, еще что-то у меня остается. Ну и в принципе, да, можно было бы написать вот так. Вот так написать. И на этом завершить. Объединение с 6z минус 1. А вот пришел какой-нибудь въедливый человек, математик по профессии, и говорит: ну это не номер. Это не номер, это каждый дурак сумеет, да? Представить целые числа в объединении 4 прогрессий, в которых 2 из них с шагом 6 идут, эти 2 с шагами 3 и 2, ну ничего интересного. А вот можете ли вы представить целые числа в объединении прогрессий с различными шагами? То есть все яблони из разных мешков. Да, вот здесь стоят яблони, которые раз в 2 года, здесь яблони, которые раз в 3 года. Здесь яблони, если вдруг понадобится, которые раз в 4 года, здесь яблони раз в 5 лет, здесь раз в 6 лет и так далее, да? И задача, вот это вот первая задача, которую мы с вами решим, а потом сформулируем и будем, ну, некоторые другие задачи решать. Посмотрим, сколько успеем, сколько не успеем, там, может быть, в какой-то момент переключимся на какие-нибудь другие сюжеты. Вот, в общем, вопрос такой. Можно ли представить, так, сейчас надо вверх ее всю, можно следующую страницу. Ладно, я тогда допишу здесь и потом перейду на следующую страницу. Можно ли представить целые числа в виде объединения пересекающихся, пожалуйста, можно, чтобы они пересекались, арифметических прогрессий с различными шагами, попарно различными, то есть ни одной пары совпадающих шагов, ни одной пары прогрессий, которые просто сдвинуты относительно друг друга. Вот такую задачу. Есть идеи какие-нибудь? Как вместо этих двух поступить, чтобы были различные шаги? Мне вот это надо, вот из этих двух, да, можно только одну оставить шестерку, а другую, но можно удлинить, то есть можно большее количество прогрессий взять. Не обязательно 4, можно 5, 6 там. Вот, то есть надо закрыть оставшиеся дыры, закрыть дыру +1, закрыть дыру -1. Ну, наверное, начнем с того, что мы можем закрыть, скажем, дыру -1, да, шестеркой. Шестерка все еще различно отличается от 2 и 3. А вот дальше подумать, как закрыть остальные, которые останутся. То есть вот так вот 2z, объединение с 3z, четное, делящееся на 3, 6z минус 1, и вот дальше надо что-то дописать. Мы уже не можем дописать 6z плюс 1, потому что иначе шестерки совпадут, а это запрещено, значит, нашими правилами. Мы хотим решить задачу про объединение прогрессий, где все ходы различны, все шаги. Ну вот давайте я здесь зеленым нарисую вот эту 6z минус 1, да, вот здесь она, вот здесь закрыла. Да, 8, 9, 10, 11, ну и так далее. Да? То есть вот это вот редкая такая зелененькая прогрессия. Вот. И черные остались незакрытыми. Вот они. А черные мне нужно как-то закрыть 2 или 3 или 4. Ну ясно, что одной не получится. Одной только если 6К плюс 1 сделать. Нужно придумать какие-то 2, 3 или 4, или сколько сможете, прогрессий с другими шагами, которые покроют нам все черные точки. То есть покроют прогрессию 6z плюс 1. Бесконечность неинтересна. Будем всегда считать, что у нас должно быть конечное. Вот нам нужно… Действительно, да, что там бесконечность? Взял тут здесь с шагом 13, здесь с шагом 17 и так далее, и пошел, да? Вот. Это да, но нам нужно конечное. Нам нужно закрыть… Ну, давайте подсказка. 2. 2. Подсказка, что минимальное количество прогрессий различных ходов, которые покрывают все целые числа, это 5. И мы сейчас получим этот ответ. Какие 2 останутся? Пока думайте, а я расскажу, что было дальше. Дальше я приехал в Москву в июне и думаю, получается какой-то очень красивый сюжет, но надо посмотреть, это же наверняка знаменитая задача, просто в терминах яблок никто к ней не подходил. Это мы здесь, в МАЙКОПе, да, или там, в Берендеевых Полянах, на лекции по биологии, да, мы из яблок ее взяли. Ну, наверняка это есть такой материал. Ну и, конечно же, первое, что я вижу… В 2016 году Илья Игоревич Богданов, замечательный задачный композитор, учитель математики, тренер сборной нашей там всероссийской, международной, короче, один из самых активных таких вот молодых ученых и педагогов в России. Он, кстати, здесь был, по-моему, даже не раз. Он, значит, читал курс лекций «Покрытие арифметическими прогрессиями». Он просто слово «яблок» не произносил. У него это просто были сразу арифметические прогрессии. 4 лекции прочитал. Ну, там 3 лекции — это мрак, как сложно. Я там пока понял 2 из 4. Но первая лекция, она очень интересная. Оказалось, что эта задача изобретена никем иным, как и... львиная доля всех красивых задач в элементарной математике. Есть один и тот же человек, который жил не так давно, и звали его Пол Эрдёш. Пол Эрдёш. Ну, Эрдёш Пол я написал, получается, да? Другой. Вот эта фамилия, это имя. Пол Эрдёш. Годы жизни, если я не ошибаюсь, 1913-1996 или 1997. Очень долго жил. Всю жизнь он занимался только математикой. У него 1500 статей. И он оставил много сотен гипотез нерешенных проблем математики, из которых там какое-то количество гипотез уже снято, решено полностью, какое-то количество гипотез по-прежнему остается нерешенными. И вот он эту задачу сформулировал. Там он ее сформулировал вначале в общем виде, что вот есть такая задача, при каких условиях можно объединениями арифметических прогрессий закрасить всю прямую, да? То есть получить всю прямую в виде объединения арифметических прогрессий. Ну и дальше оставил целый ряд очень красивых гипотез. Но первая задачка, которую мы сейчас решим, это как же сделать просто, чтобы несколько прогрессий с разными ходами, шагами, покрывали все целые числа. То есть как закрыть еще какими-нибудь 2 прогрессиями оставшиеся числа вида 6К плюс 1. Так, давайте сделаем 12 и посмотрим, что останется. Я 12 хочу взять. Но вот 24, вот дело в том, что возникнет некоторая проблема. Вот они идут через 6, да? Через 6 эти незакрытые. И вот у меня 24. Она вот так будет бегать. 24 в 4 раза длиннее, чем 6. Поэтому она будет вот так вот бегать. И если даже потом будет 12, все-таки не все закроется, чуть-чуть останется. Надо поменьше ход. Но давайте 12 возьмем. Так, вот у меня вот тут цветов. Вот желтый еще есть. Вот сейчас я возьму 12, и у меня останется... значит, 1, так, сейчас 2, 4, 6, 8, 10, 12, вот это, значит, то есть я сделаю 12z плюс 1, ну и дальше понятно, то есть 12 покроет половину оставшихся, правильно? Половину, то есть она покроет единицу по модулю 12, ну, остаток 1 отделение 12 покроет, а остатки 7 отделение 12 не покроют. То есть из тех, которые дают остаток 1 при делении на 6, те числа распадаются на 2 категории, да? Которые при делении на 12 тоже дают 1, и которые при делении на 12 дают 7. И вот будет покрыт вот это. Очень хорошо, напишем 12z плюс 1. И вот на самом деле мы кое-что тут пропустили, что полностью нам все прекрасно сделает. Нам бы здесь хотелось еще раз взять 12, правда? Ну вот, молодец! 4, конечно. 4 реализует то, что делает 12. В данной ситуации, если я запущу 4, у меня как будет? Вот я 7 закрыл этой 4, да? Так, сейчас вот у меня есть как раз еще один лиловый цвет, вот лиловым. Вот я закрыл 7, а прогрессии 4К плюс 3 просто. Вот я сейчас сюда прям напишу 4К, 4Z плюс 3. Вот. То есть это те, которые дают остаток 3 при делении на 4. 3, ну я закрыл, но это неинтересно, потому что она уже была закрыта, да? 7 я действительно закрыл, потом я закрыл, значит, 11, потом я закрыл 15, и следующую опять я закрыл незакрытую 19, потому что 19 это как раз остаток 7 при делении на 12, она как раз осталась у нас незакрытой. Вот, то есть вот эта прогрессия, она закрыла ровно те, которые бы закрыла Прогрессия 12z плюс 7. То есть они при наличии предыдущих 4 прогрессий, эти 2 прогрессии оказались совершенно эквивалентны друг другу. И там может закрыть все оставшиеся, и это может закрыть все оставшиеся. И так как нам нужно, чтобы они были разные шаги, то я заменяю на 4, и все хорошо. Итак, все целые числа представлены в виде объединения вот таких вот 5 прогрессий с шагами 2, 3, 4, 6, 12. Хотите чудовищно геморройную задачу на дом? Привет от Пола Эрдёша. Давайте, я как бы ее начну решать, но потом дальше вы дома порешайте. Итак, вот эта система из 5 прогрессий, которая закрыла Z, нам все целые числа закрыла, она обладала тем свойством, что были шаги, делящиеся на 2 в квадрате, на 4. Был шаг 4 и шаг 12. Пол Эрдёш предлагает закрыть прогрессиями, у которых все шаги свободны от квадратов, то есть не делятся ни на 1 квадрат целого числа, являются произведениями простых чисел по 1. И конкретно подсказка состоит в том, что существует набор прогрессий с наименьшим общим кратным всех шагов, вот этих вот шагов, которые мы там употребляли, m1, М2, так далее, МР, это я вот перечислил эти шаги. Шаги, это которые, вот 2Z было, вот это 2, да, 3Z, там 4Z плюс 3, вот здесь 4, это шаг был. Вот ног будет 210. А что такое 210? Это 2 на 3, на 5, на 7. Точка. Никаких квадратов. То есть это произведение 4 подряд идущих простых чисел первых. Ну и вот оказывается, что… Оказывается, что с периодом в 30 сделать это невозможно. Это что такое ног? Это период. Фактически после этого периода все будет повторяться. Если вы берете наименьшее общекратное всех шагов, то это означает, что когда вы сдвинули ровно на такое расстояние, то фактически картина полностью повторилась, как она была. Все вот эти цвета, которые были задействованы, просто перейдут, ну, один в другой. Каждый цвет перейдет в себя же при таком сдвиге. Вот, вот у того нашего набора, у того набора, который мы привели, ног был 12. 12 делилось и на 2, и на 3, и на 4, и на 6, и на 12, соответственно. То есть ног был 12, но 12 делится на 4. А вот здесь нужно, чтобы было такими. Я вам только скажу один вот ответ. Я скажу только, сколько их, чтобы вы понимали, сколько будет прогрессий. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. В ответе будет 14 арифметических прогрессий с разными шагами, которые все будут иметь вид… так, опять у меня что-то. Эй. Вот здесь, да? Нет, вот здесь. Я все время что-то не то нажимаю, да, и… Вот. Смотрите, что значит 14. Это на самом деле… вот, попробуйте представить себе, сколько в принципе различных чисел можно соткать, которые являются делителями вот этого числа 210. Сколько вообще различных чисел? Единицу не в счет. Единица, ну понятно, прогрессия с шагом 1 закрывает сразу все целые числа, поэтому нас не интересует. Вот берем все делители числа 210. Как вообще, сколько делителей числа 210? Как их перечислять? Кто умеет перечислять делители, когда есть разложение на множители? Как устроены делители? Ну, любые произведения, да? Любые произведения. Поэтому двойку можно взять или не взять. Тройку можно взять или не взять. Пятерку взять или не взять. И семерку взять или не взять. Итого, получается, 2 варианта для взятия или не взятия двойки, 2 варианта для взятия или не взятия тройки. Два варианта для взятия и не взятия пятерки, и то же самое для семерки. Итого дважды, 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 два. 16 делителей. Одну выкидываем, потому что это единица. Остается 15 делителей, из которых 14 используются. То есть используются все делители собственные. Ну, можно так сделать, что 210 не будет использоваться. И тогда будет использоваться просто все 14 собственных делителей числа 210. Начиная от двойки и заканчивая числом 105. Все, которые, значит, являются делителями, все будут участвовать в этом построении. Построение очень красивое. Я, ну как красивое? Оно не то, что красивое, но оно, вот его лучше сделать своими руками. Если вы хотите в этой науке чуть лучше разобраться, вы прямо вот сами начинаете. Да, вот вы раз там закрыли половину точек вот этой прогрессии. Начало очень похожее. Да, вы там закрываете, соответственно, там остается 6К плюс-минус. Дальше вот уже начинается другое, потому что с помощью прогрессии с шагом 5, знаете, какой процент чисел, вот у меня осталось 6К плюс-минус 1. Да? Я сейчас немножко подскажу, то есть я как бы подскажу, с чего начать. Вот у меня после того, как я взял 2Z и взял, ну скажем, 3Z, ну допустим, я вот взял 3Z плюс 1, вместо 3Z, это, в принципе, совершенно не важно, как я беру. Вот, сейчас я покажу, что останется, когда я взял 2Z и 3Z плюс 1. Так, вот я взял 2Z, а вот я взял 3Z плюс 1. Так, 3Z плюс 1. И вот у меня остались числа. Числа остались 3. 5 нету, да? 3 и 5 нету. Потом, соответственно, пауза. Вот у меня 0, да? 0, 3, 6, 7, 8. Девятки нет. 11 нет. И теперь, если я возьму 6z плюс 3, 6 я имею право взять. 6 это не 2 и не 3. 6z плюс 3 закроют мне тройки. Вот эти. Тройки, значит, будут закрыты. 2z сейчас, значит, сейчас чуть-чуть, секундочка, я... Сейчас. Да, черными. Черными у меня нарисованы... Раньше я не так обозначал, да? Черными у меня нарисованы... Давайте я черный сделаю синими. Это вот 2z. 2z вот пошли по синим точкам. И смотрим, что у нас, соответственно, остается, когда я сделал 3z плюс 1. У меня закрылись вот эти точки. И какие у меня, соответственно, остаются. У меня вот остается вот такая и остается вот такая. Ой, опять что-то такое, да, здесь? Ага, все. Вот, остается у меня вот такого вида. 9, 11 и так далее. Вот. И вот те, которые 3, 9 и далее, я преспокойно закрываю 6z плюс 3. И остается у меня прогрессия 6z плюс 5 или 6z минус 1, если хотите. Вот такая прогрессия не закрыта. И мне нужно ее закрыть уже с использованием, ну, вот остальных шагов, которые делятся на 5 или на 7, потому что все числа, которые не делятся ни на 5, ни на 7, здесь все уже перебраны. Но вот если я подключаю число 5, то у меня возникает 4 варианта шага. 5, 5U2, 5U3 и 5U6. То есть получается прогрессия с шагами 5, 10, 15 и 30. И мне нужно закрывать вот эти 6z плюс 5. Вот окажется, что удастся закрыть, как бы каждый вот из этих прогрессий, удастся закрыть ровно один остаток при делении на 30. Ну, например, если вы стартуете из точки 5 и идете по пятеркам с шагом 5, то дальше будут только вот вплоть до 35, все точки, которые вы пройдете, будут уже закрыты предыдущими. Десятка, 15, 20, 25, значит, 30. Они будут все закрыты предыдущими. И следующий не закрытый будет иметь вид, значит, соответственно, 35. То есть вы пятеркой этой закроете один из остатков от деления на 30. Вот, например, вот такой. Вот. Дальше вы можете взять следующую, вот эту, десяточку, да? Десяткой вы закроете следующий остаток, не закрытый до сих пор, при делении на 30, а именно остаток 11, а не через 6. У нас не закрыты вот эти числа при делении на 30 дают какие остатки? 5, 11, 17, 23 и 29. Вот у меня 5 вариантов остатка при делении на 30, которые все являются членами прогрессии 6z + 5. Ну, то есть при делении на 6 дают 5. Как сказать, мы каждый раз, да, когда мы удлиняем шаг, если мы в какое-то количество раз увеличиваем, да, мы и остатки тоже мы плодим, да, на несколько остатков непокрытых. Вот пятерка от деления на 6 превращается в 5 чисел при делении на 30. И вот эти 4 прогрессии вам закроют 4 из этих остатка. Останется один только остаток, который будет не закрыт. То есть 29 будет первый год, в который вы не будете, грубо говоря, есть яблоки, да, с таким, значит, с такой рассадкой. Потом 59, это через 30, да? 89. То есть будут числа вида 30z плюс 29, или что то же самое 30z минус 1. И вот таких чисел в диапазоне от 0 до 210 будет по понятным причинам 7 штук. 7. А сколько шагов осталось неиспользовано? Вот у меня семерка еще ни разу не использовалась. Я могу взять семерку и могу взять семерку, домноженную на любой из предыдущих шагов. Предыдущих шагов 8. А точек, которые надо закрывать, 7. Вот мы и приехали. Ну, дальше надо просто аккуратно их расставить. То есть ровно один шаг не будет использоваться из них, а остальные нам закроют как раз все эти дела. И мы получим решение из 14 прогрессий вот с таким нот. Но это простая задача Эрдёша. А вот несколько сложных задач. Настолько сложных, что часть из них до сих пор не решены. Итак, 4 задачи. 4 задачи. Ну, значит, так, это, вот это, по-моему, вот это уже доказано. Так, вот это, кажется, это доказано, да. Вскоре доказано. Итак, да, это, кажется, уже теорема. Так, теорема. Первая. Интересный факт. Теорема. Если целые числа покрыты не пересекающимися прогрессиями, не пересекающимися. То есть тут написано, скажем, m и z плюс какие-то эти самые шаги аи. Остаток аи при делении на ми. Ну и там от единицы до какого-то большого k. Так. Разбиение. Покрытие не разбиение. Разбиение z на прогрессии. То есть это когда прогрессии не пересекаются друг с другом совсем. То есть вот если, например, если взять шаги, которые будут взаимно просты, то уже ясно, что это невозможно, потому что взаимно простые, если вы знаете, такая китайская теорема об остатках есть, то любая пара остатков при делении на взаимно простые числа реализуется каким-то числом. И вот в этом числе тогда эти прогрессии уже пересекутся. Поэтому тут ясно, что они не взаимно простые. Так вот, на самом деле утверждение такое, что существует пара равных шагов. То есть есть две прогрессии, которые просто сдвинуты относительно друг друга с одним и тем же шагом. Вот такая гипотеза Эрдёша номер 1. Там было 4 гипотезы, по-моему, 2 или 3 из них Эрдёша и 4-я кого-то еще. И вот эта первая гипотеза была доказана через 10 лет. На сегодня это верный факт, но довольно сложный. Разобрать мы его никак не сможем. Вот, это первое. То есть она стала теоремой. Так. Вторая, внимание, висела 50 лет. Что она утверждает или, наоборот, не утверждает? Гипотеза номер 2 состоит в следующем, что для любого d больше нуля целого числа, да, натурального, да, для любого натурального числа существует покрытие, уже не разбиение, уже не требуется, чтобы это были не пересекающиеся друг с другом прогрессии. Пожалуйста, могут быть пересекающимися, как и в теории, которую мы сейчас, ну вот в примерах, которые мы сейчас рисовали. Разбиение на прогрессии с различными. Существует разбиение с различными шагами МИ большими d. То есть все шаги больше некоторой константы. Итак, смотрите. Суть задачи. Есть какое-то число, которое на вас упало с небес. Не знаю, допустим, 100. Да? Число 100. И есть набор таких странных яблонь, которые очень редко плодоносят. Какая-то из них раз 113 лет, какая-то раз 120 лет, какая-то раз там это самое, да? Вот. И вопрос, можно ли покрыть всю прямую, да, то есть устроить себе урожай каждый год из яблонь, которые плодоносят вот настолько редко, но при этом все в разные периоды. То есть период плодоносения у всех различный. Вот такая задача. Оказалось очень-очень-очень-очень сложной. В начале, там, по-моему, для d равно 10 построили конкретный пример, потом его построили там типа для 20 или 24, это я из лекции Ильи, значит, фактически его цитирую. А потом, значит, мучились d равно 40, ну и пока мучились в каком-то далеком 13 году, ну то есть очень близком на самом деле, 13 году, всего лишь 10 лет назад или около того, было что сделано? Опровергнута эта гипотеза. Было доказано, что при некотором достаточно большом d, уже точно нельзя будет устроить себе урожай каждый год. То есть существует такая константа, что если яблони плодоносят реже, чем эта константа, то их нельзя рассадить, если они все плодоносят с разными периодами, с разными шагами. Их нельзя рассадить по годам так, чтобы урожай был каждый год. Вот. Но, правда, там на D какая-то безумная оценка, какие-то экспоненты жуткие. В общем, то есть, практически не могут даже, по-моему, для 40 или для 50 придумать никакого примера. Вот. Но вот доказано, что на самом деле в конце концов эти примеры действительно кончатся. Так, ну и, наверное, самая красивая гипотеза. Она такая. Не существует ни одного покрытия целых чисел арифметическими прогрессиями, конечным набором, естественно, как обычно, с различными нечетными шагами. Ну, естественно, начиная с 3. Нечетными шагами. То есть, грубо говоря, пусть вам привезли яблони в мешках. Вот в этом мешке они плодоносят раз в 3 года. Ну, точнее, ну, как яблони. Вот это не в мешках, просто принесли по яблони. Вот вам росток яблони, а он плодоносит раз в 3 года. Вот росток яблони, он плодоносит раз в 5 лет. Вот росток яблони, он плодоносит раз в 7 лет. Сажайте. Сажаете, вот, и до бесконечности, да, но нужно взять конечное количество этих ростков и рассадить их так, чтобы был урожай каждый год по годам. Гипотеза состоит в том, что это сделать невозможно ни при каком конечном наборе. Эта гипотеза находится в статусе гипотезы. Ее никто не доказал и не опроверг на сегодня. Вот, вот такая задача, да, вроде как она просто вот так, ну, совершенно тривиально формулируется, вот, ну, проще некуда, да. Вот у вас набор яблонь с этим свойством, вам надо рассадить. Никто не знает, возможно это или нет. Так что вот, вот такая вот теория про арифметические прогрессии. Ну а теперь я хочу еще некоторое время посвятить тому, чтобы рассказать вам, как связаны некоторые задачи про простые числа, значит, с прогрессиями. Точнее, сформулировать одну очень красивую теорему. Так, сколько сейчас времени? Что-что? Час 53. Давайте еще 10 минут и все. Вот так, без перерыва. Вот. Я просто сформулирую одну замечательную теорему, которую доказали 150 лет назад. Вот. Она... Я там, в студенческие годы нам ее на курсе теории чисел излагали, там доказательства, несколько лекций излагали. Очень красивая теорема. Но вот для начала, давайте я, чтобы ее сформулировать, она, значит, связана с прогрессиями и простыми числами. Для начала, чтобы ее сформулировать, давайте вспомним, что вот у меня есть такие числа, которые называются простыми, да? Вот они есть, и они, ну, продолжаются... До бесконечности. Знаете, да, это утверждение, что простых чисел бесконечно много. Поднимите руку, кто помнит доказательства этого факта. Не помните, да? Но вкратце это звучит так. Предположим, что где-то наступает конец. Вот оно такое. Командир всех простых. Самое большое простое число. Наступило, и больше их нет. Дальше все... Пишу дальше, все составные. Тогда я сейчас приведу это к противоречию. Приведу к противоречию. Тогда рассмотрим следующее натуральное число. Натуральное число. Ну, кто чуть-чуть помнит, скажет мне, что надо сделать. Ну-ка, есть кто-то, кто помнит немножко? Вот у меня есть конечный список простых чисел, и говорят, что он исчерпывающий, что больше их никогда не будет. Что делаем? Варианта 2. Либо складываем, либо перемножаем. Для наших целей лучше перемножить. Так, опять. 2 на 3, на 5, на 7. Вот я могу рассмотреть такое огромное, безумного размера число, правда? Если есть конечный набор чисел, я могу их перемножить. Значит, если бы простых чисел был конечный список, то можно было все их перемножить. Это было бы безумного размера, но все-таки число натуральное. И я бы к нему что? Прибавил единицу. Да, я бы к нему прибавил единицу. Вот такое число я рассмотрю. Вот. Ну и дальше я первым делом утверждаю, что простым оно быть не может, потому что оно больше, чем самое большое простое число. Вот оно написано p умножить на что-то, да еще плюс 1. Значит, оно составное. Но если оно составное, значит, оно делится. Ну, из составного числа можно всегда выделить какое-то простое в качестве делителя. Делится на какое-то простое. Если оно составное, то оно делится на простое. Но если бы оно само было простое, оно как бы тоже делилось бы на простое, на себя. Но мы уже поняли, что оно не может быть простым, оно слишком большое для этого. Значит, оно делится на какое-то простое. Ну, как доказать, что оно делится на простое? А вы просто пытаетесь его делить. Вот оно составное, значит, оно делится на какие-то два. Если эти два непростые, то их дальше делите. Если те непростые, дальше делите. В конце концов, логарифм двоичный числа n задаст вам предел количества множителей в разложении числа n. Поэтому, в конце концов, вы упретесь в простое число. Но все простые числа перечислены вот в этом наборе, согласитесь. Мы с этого начали, да, что все простые числа здесь. А значит, вот это число Q, которое является делителем нашего n, оно где-то здесь присутствует, ну, например, 13 там, или 29 или еще что-то. Но дело в том, что это уже противоречие, потому что n-1 делится на все простые числа, в том числе и на q. А мы говорим, что n тоже делится на q. То есть n-1 делится на q, потому что просто содержит его в произведении. И n делится на q. Вот мы имеем противоречие. Два подряд числа не могут делиться ни на одно простое число, потому что все простые числа начинают с двойки и выше. Два подряд числа делятся только на единицу. Ну вот такое рассуждение, которое провел маэстро Евклид 2500 лет назад. Чем утвердил бесконечность множества простых чисел. 2500 лет назад. Очень скоро появилось замечательное дополнение. Смотрите, простые числа, отделение на 4, какие остатки могут давать? Ну, если не считать вот двоечки, да, двоечка, она прям отдельно такая, вот двойка, она четное простое число, единственное. А дальше, соответственно, могут быть вот такого вида или вот такого вида, правда? Согласны? Вот. Но вот довольно быстро стало ясно, что вот таких чисел тоже бесконечно много простых. То есть тех простых, которые дают остаток 3 при делении на 4, тоже бесконечно много. Сейчас я рассуждение это, пожалуй, проведу, а вот про 4k плюс 1 уже там формально довольно долго проводить, чуть-чуть дольше. Там надо знать определенную математику. Значит, тут делается то же самое, а именно предполагается, что чисел такого вида, то есть, грубо говоря, есть две прогрессии, предыдущим языком, 4z плюс 1 и 4z плюс 3. И мы ищем простые числа в одной и в другой. И вот можно доказать, что во второй, довольно быстро можно доказать, буквально сейчас мы это, там, тоже почти такое же рассуждение, что вот во второй прогрессии, вот в этой, встречается бесконечное множество простых чисел. И доказательство почти такое же. То есть берется предположение от противного. Пусть у меня есть конечный набор и больше ни одного простого числа не дает остаток 3 при делении на 4. Все остальные дают только остаток 1. Да? Смотрите, что я тогда делаю. Я пишу 4, умножаю на это число огромное и прибавляю тройку. Или вычитаю единицу, если хотите. Это не важно. Посмотрите, получается такое вот число. Лучше, кстати, вычесть 1. Лучше вычесть 1. Это вот еще будет как бы убедительнее. Вот сейчас как-то... Как тут сделать? Ага. О, все, да. Угу. Давайте, да. А, обратно, да? Ага. QR минус 1. Вот возьмем это число. Смотрите, оно, ну, очевидным образом дает остаток 3 при делении на 4. Теперь вопрос. Какие у него простые делители? Если мы перечислили, у него не могут быть простыми делителями, вот эти все числа не могут, потому что они уже входят в разложение соседнего с ним числа. Значит, на единицу меньше уже не может иметь ни одной из этих по тем же самым причинам, что и раньше вот мы тут проводили. А значит, все его простые делители должны обязательно иметь вид 4k плюс 1. Вот у этого вот числа большого. Все простые делители имеют вид 4k плюс 1. Но дело в том, что произведение двух чисел, которые дают остаток 1 при делении на 4, тоже дает остаток 1 при делении на 4. И трех чисел тоже, и четырех. То есть остаток 1 при делении на 4 при умножении остается остатком 1. А это число имеет остаток 3. Вот получается противоречие. То есть у этого числа явно должен быть простой делитель вида 4k плюс 3, хотя бы 1. А его не может быть, потому что мы... Следующее за ним число имеет все эти числа. Но вот такое рассуждение доказывает, что вида 4k плюс 3 простых чисел тоже бесконечно много. Что касается чисел 4k плюс 1, то здесь все сложно, но тем не менее их тоже бесконечно много. Я сейчас напишу некоторое число, вот допустим их конечное количество, тогда мы пишем страшное выражение вот такое. И прибавляем единицу. И в силу тонких свойств арифметики у такого числа все простые делители должны иметь вид 4k плюс 1. Ни одного не может быть вида 4k плюс 3. И, соответственно, ни одно из новых простых делителей не может совпадать с предыдущим, и мы опять получаем противоречие. Но почему у такого числа все делители имеют вид 4k плюс 1? Это тонко, это мы сейчас не сделаем. Ну а завершаю я теоремой Дирихле. Теорема Дирихле. Какого-то там 59-го года, причем не, даже не 900, а 800. Вот. Пусть так и останется в рамочке, нормально. Значит, чтобы ее как бы немножко замотивировать, посмотрите вот на такую прогрессию. Могут ли в ней быть простые числа? Прогрессия 8z плюс 4. Да, даже на 4. Ну, на 2 нам достаточно. Вот. Не может быть. А я... Ой, извиняюсь. А если я напишу, например, 12z плюс 3? Ну, одно есть, троечка, да? Троечка есть. Но дальше уже нет, потому что все дальше будут делиться на 3 и будут не равны тройке. То есть вот такой вот прогрессии будет всего одно простое число. Поэтому если вы рассматриваете прогрессию вида mz плюс a при условии, что m и a имеют какие-то общие делители, отличные от единицы, то надежды на простые числа в этой прогрессии нет, кроме как, может быть, число a само. Дальше уже все будут составные. Но оказывается, что обратное тоже верно. Если наибольший общий делитель m и a равен единице, то в прогрессии mz плюс a бесконечно много простых чисел. Вот такая замечательная теорема. Доказательство очень сложное, красивое, ну, такого университетского уровня. Ну вот на этом, пожалуй, я и завершу. Вопросы какие-то есть? Разобрать доказательство этой теоремы — это большой вызов, серьезный. То есть это прям потратить лето, наверное, на это. Вопросы какие-нибудь есть? Если нет, то я вас приглашу. Куда приглашу? Приглашу в интернет. Приглашаю в интернет на канал Маткульт-привет. Видите, даже в стихах. Сейчас я спрошу вас, кто на нем когда-то был. Поднимите руки, кто когда-то был на канале Маткульт Привет. Вот, всех остальных приглашаю смотреть. Там куча разной красивой математики. Простой, сложной, всякое есть. Ну а еще всякая всячина в огромном количестве присутствует на сайте Савватеев XYZ, куда, естественно, вас тоже приглашаю. Там 100 уроков математики, книги, соцсети какие-то, которые ведут мои помощники. Я сам иногда в ВК залезаю. Ну и ЖЖ по старинке. ЖЖ, наше все. Самые умные дискуссии в живом журнале. Хоть там и осталась какая-то промилле населения России всего, но там самые умные дискуссии в комментариях. Там меньше всего процент идиотов в этой сети. Вот ее-то я и веду иногда. А остальные сети ведут, значит, мои помощники. В общем, вот это вот все империя математики в интернете, империя математики в интернете, куда я вас всех зову. Вам хорошей учебы и до новых встреч на всяких популярных и не очень популярных лекциях. Сейчас будет лекция более серьезного уровня в 3 часа.